В администрации города прошло очередное заседание антинаркотической комиссии под председательством заместителя главы администрации Серпухова Андрея Севрюгина. На заседаниях комиссии регулярно проводится анализ наркоситуации в Серпухове. Принимаются решения о проведении мер, направленных на противодействие распространению наркотиков на территории города. Сегодня в системе образования реализуются комплексные меры по формированию здорового образа жизни школьников и раннему выявлению потребителей наркотических и психотропных средств. В рамках исполнения пункта 7 перечня поручений губернатора Московской области по итогам заседания правительства Московской области в образовательных учреждениях организовано проведение социологического тестирования учащихся на наркозависимость. Также в городе ведется активная работа и с родителями школьников. Во всех общеобразовательных учреждениях прошли родительские собрания с приглашением специалистов системы профилактики по теме «Профилактика наркомании и алкоголизма», в которых приняло участие 4725 родителей. Участники заседания обсудили систему работы с семьями, находящимися в социально опасном положении. Директор Серпуховского городского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Светлана Ловчикова рассказала о деятельности социальных психологов, как непосредственно они помогают детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Одна из основных задач – первичная профилактика употребления психоактивных веществ. В заключении совещания члены комиссии обсудили вынесенные вопросы и высказали свои предложения и замечания. По итогам заседания работа комиссии за прошедший период признана удовлетворительной. Комплексная деятельность по борьбе с наркоманией в Серпухове будет продолжена.